Так, всем привет, любители сливов. Наконец-то купил я эту, пушку. Теперь с такой пушкой, в принципе, о чем-то можно разговаривать на КВ-3, потому что стоку это... сказать то, что она не пробивает, это, в принципе, не сказать ничего. Так, иногда краску только шкрябало, и все. А с этой пушкой уже можно. Она, по-моему, это пуха от ИСа 3. Уже можно повоевать. Так, кинули на стоп. Карта какая-то. Короче, начинаем. Мы уже, в принципе, начали, еще доедем. Остался мне тут движочек шибануть. Чуть побыстрее он будет. И, собственно, потом будем... Вернее, вы будете смотреть, если вам интересно, а я буду в судорогах копить на КВ-4. Потому что план у меня такой. Зря я сюда, наверное, поехал. ИСТ-1, и, в принципе, на ИСА-4 выйти. Вот ИСТ и ИС-4 мне вот... Ну, ради этого я и ввязался в эту авантюру. Так, в принципе, у меня... своих танков хватает, у меня все танки, которым я играю, и в укрепах, и так, как бы все танки есть для игры. Ну, решил еще немного раздвинуть, так скажем, рамки. Так, пока никого. Ну, сейчас появится, потому что так... Да блин, вот только еду уже 4-0, а. Сейчас нам тут выдадут. Давай, фарочься. Блин. Ё-моё, тигр. Светляк. Опа. Пушка. Блин, повредили, а. Вот, суки. Ладно, разворачиваемся. Танкование бортом от Макаса учитесь. Как уехать в ангар за 30 секунд. Хотя у меня рекорд, сколько? 7, что ли, секунд. Я в ангаре уже был. Ну, ты не видишь, что я на тебя еду, блин. Такую махину развернусь. Так, 1-7, короче. Сейчас где-то вылезет. Чувствую, вылезет. Сука. Так, 10 секунд. Кто первее? Он, я. А, я им тоже сбил. Давай, давай, давай. Зажимаем, зажимаем. В ангар. Нет, в ангар он не ехал. Там появился. У нас персонаж и... Это не очень радует. Сиську, наверное, надо упануть, да? Давай, 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 сходи, 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 опа! Пушка у нас повреждена, поэтому не совсем сводится. Так, мне пока дают шанс. Все, шансы больше не будет. Кто не попёрли. Так, ну хоть так, по 390 бьет. А, ну правильно, сейчас троих не будет, да? Так, на ПТ-х я вообще играть вообще умею, короче. А, куда встать? Ну вот, вроде едет. Ну, наверное, туда камушку стану и буду стрелять. Пушку я, наверное, тут не буду ставить топовую, а сразу на СУ-100 лучше выйду, потому что мне интересно, на самом деле, только СУ-152. Один раз я поиграл в новогоднюю ночь на ней, мне очень понравилось.
на таксировать заходил. Пока суд до дела. Говорю, ну дай-ка попробовать. Вот, так что... Ну, это, естественно, продажу будет. Выстрелено просто, чтобы открыть и сухо. Так, так что, что-нибудь вижу. Арта мне только сейчас может спалить. Лампы нет, не знаю, спалили меня или нет. Так, не будем расстраиваться. Ну как мудака убрали, что говорить, да, вы не очень можете. Так. Попробуем постоять. Может, кого-нибудь даже попадем. Так, здесь я, в принципе, начинается шоу. Главное вот тут проскочить. Все. Стреляет. Париж, Париж. Есть! А, безумный мудак! Смысл? Вот ты едешь за мной, а? Хорошо, это еще, что так получилось? Могло бы все намного хуже быть. Я вам светану. Хватит. Где сотый? Ошибаюсь его. Но я сотовый, это хер, это надо выцелить, конечно. Просто так, так. Чувствую, арта сейчас прилетит. Оп! Нет. Арта не прилетела. И7, давай, руби, руби. Эй, я тебе еще раз посвечу. 3 секунды. Появились. Пинг! Ну, это я не про певицу, это вообще. Блин, а я попался. Пинг подмаргивает у меня, ё-моё. Да ну нахер, патрон только тратит. Объект, давай, жги, жги. Ну же. Сейчас мы его встретим, давай с тобой. Верный бронелист! Ха-ха, есть! Так, укусил. Объект, ты давай не покидай меня. Так. Секунду взял. А, я как мудак сделал. Блин, объект! Я тут не выстою без тебя. О, бочатый. Б, да, 25 тонн. Рикошет. Так, там что-то цапается, что ли? Нет. Брали. Так. Едем на позиции. Тот школьник или нет? Блин, я еще и этому платить буду. 4. ХП снял. Да? Да, моя работа. Ладно. Я думаю, много не возьмут. Тихо-тихо-тихо. Слегка гасим. Там сейчас елка будет с ним приплясывать.
сегодня, как всегда, я самый первый. Ладно. Я же на ИСЕ, ё-моё, в топе. Так, лезть, я думаю, наверное, не будем. Ну, светанем. Ой, вот. Оп, ну, все вышли. Никто не уходит. О, это как такое получилось вообще? Ну, что там, совсем, что ли, беляши объелись, е? Не, ну, мне вылазить вообще не резон. Его заберут, рисковать не будем. Ну что, сюда вот. Так, 111. Ну, мне тут помощь вообще. Да что же вы никак не доедите-то, ё-моё. Вот. Не успеет есть. Проехали, проехали. А суп надо добирать. Да как так-то? Так, жопу мою прикройте, да, если сейчас. Давайте. А-а-а, мудак! Я мудак! Давайте я вам подсвечу и суку заберу. Ха-ха, дурачьё. Так, там еще одна, да? Ага. Как так-то? Блин! Не те команды мне попадаются, блин. Ладно, давайте крайний бой на КВ-3. На сушке мы, кстати, выиграли. Ну, ЦУ-85, который. Хотя особо там ничего не сделали. Ну. Для статиста каждая победа на счету. Так, все, давайте. Тут, в принципе, противников много. Главное теперь до них доехать. Ну и главное, чтобы у них это, артиллерист косой был. Вот это самые важные параметры. Так, сейчас как там те ребята сейчас разберутся, я как раз подъеду на все готовенькое. И что такое здесь? Да. Муляжи. Чтобы отстрелиться из автомата, что ли, наверное, открывается там дырки просто. Ну, хорошо, прям детализацию добавляют прям. Ёбаный рот хочется. На. По губам, блин. Так. Хорошая детализация. Делаю постоянно. Что-то добавляет. Ай-я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 й. Стой, 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 вертухан! Блин, вот в этот камень я каждый раз врезаюсь. А вот разработчикам привет. Так, 71. Может он сюда поедет. Прям вот тут бы выехал. Я бы тебя прям бам, и все. И как в песне, он не хотел, но увидел ангар. Ну, там его разбирает потихоньку. Так, сейчас. Главный игрок едет. Главное, дождитесь. Сейчас в гору заползу. Да, движочек надо. Надо тут качнуть движочек. И тогда будет, в принципе, навороченный Т-150, в принципе. Платформа одна и та же. Ари, как надо забирать людей в ангар. О. Сейчас прилетает одна.
Самолет кружат. Так, вот этот 75-й меня напрягает. Что-то мне не очень. Не вылазь там. Надеюсь, он не на меня сводится. Баба. Есть пробитие. Так, куда там туда это пошел? Сейчас что, залупим? Ой, залупим. Че за слово залупим? Лупанем туда. Отсек пожарный. Тут так грозный противник. Паразит. Лезет. Тут что-то до сих пор в шоке. Тихо. Броня не пробита. Ай, сан! Повреждения выделены. Шанс разрыва увеличен. Атакуй-то. Движение невозможно. Выходи, вылазь, не ссы, главное, вылазь. Ладно, надо лупануть хотя бы тому. Не пробил. Ай, не пробил. Можно ехать. Так, балансир! Рикошет, давай, газу-газу-ка, сейчас Дигр стрельнет. Сейчас, ты тот сейчас тоже стрельнет, то есть под жопу выйдет. Ладно, вот он, ладно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Макац, всем пока.